Не так давно на расширенной сессии Совета Маевского сельского поселения прозвучал вопрос от жителей о необходимости ремонта моста, по которому хуторяне ежедневно переправляются в свой населенный пункт. Им было обещано содействие. Для того, чтобы решить эту проблему, потребовалось вмешательство представителей Законодательного собрания Кубани. Гидротехническое сооружение при въезде на хутор Маевский после ввода в строй Киховского гидроузла не эксплуатируется. Управление «Кубань-Мелиоватхоз» формально провело его консервацию. Вместе с тем, мост, который является частью этого сооружения, обветшал и представляет опасность для водителей, пассажиров и пешеходов, пользующихся им. И там оживленное довольно-таки движение. Этот вопрос возник еще в 2017 году. Вопрос то, что мост разрушается, и есть опасность того, что какие-нибудь или транспортные средства, или даже пешеходы, которые будут может произойти несчастный случай. С просьбой обратить внимание на этот объект к депутату Законодательного собрания Кубани обратились жители Маевского сельского поселения. По инициативе Виктора Чернявского состоялся выезд рабочей группы комитетов Законодательного собрания в Славянский район. В поездке участвовали также представители всех заинтересованных министерств и организаций. Они осмотрели гидротехническое сооружение и обсудили создавшуюся непростую ситуацию. Это гидротехническое сооружение, которое выполняет роль моста по краевой дороге. Оно находится в аварийном состоянии, вызывает опасения, поэтому сегодня комиссионно приехали еще раз убедиться, посмотреть, найти хозяина, потому что Кубань-Мелиоватхоз сегодня не эксплуатирует это сооружение в связи с строительством нового канала от Тиховского гидроузла, а проблемы они остались. Поэтому вопрос в том, чтобы найти решение, привести в порядок, обезопасить людей. После посещения этого объекта Виктор Чернявский обозначил задачу – необходимо найти хозяина, чтобы он навел порядок, потому что мост небезопасен. Управление «Кубань-Мелиоватхоз» не признает мост своим объектом и утверждает, что дорожно-транспортное обслуживание мостовых сооружений не является его полномочием. После длительного обсуждения собственнику было предложено или демонтировать объект, или отремонтировать его с тем, чтобы были обеспечены безопасный проезд и проход жителей поселения. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».